Здравствуйте, это прогноз погоды от Юниса на телеканале ПС. Дни провожу, ожидая весну, а ее все нет и нет. Куда же пропала, никак не пойму, в феврале простыл ее след. О погоде на 4 апреля в Архангельской области. Начнем с Котласа, где температура воздуха в течение дня колеблется от минус 3 до 0. В основном облачно и небольшой снег, ветер умеренный. Далее Вельск, температура воздуха минус 10, на небе пасмурно, возможен снег, ветер слабый. В Плесецке с утра выглянет солнышко, но потом небо будет затянуто тучами и, конечно же, снег. И слабый ветер, минус 8 на термометрах. И о погоде в Архангельске на 4 апреля, пятница. Спешу обрадовать всех. Сегодня в течение дня без осадков и ясное небо над головой. Температура воздуха утром минус 6, ветер слабый, днем температура поднимется до минус 3. И вечером, когда уже уйдет солнышко, снова похолодает. Температура воздуха минус 9. Был обычный серый питерский вечер. Я пошел бродить в дурном настроении. Только вижу, вдруг идет мне навстречу то ли девочка, то ли видение. И как будто мы знакомы с ней даже. Помню, чей-то был тогда день рождения. И, по-моему, зовут ее Даша. То ли девочку, а то ли видение. Смотрите телеканал ПС.